Лучшему футболисту планеты Лионелю Месси стало плохо во время отборочного матча чемпионата мира в Боливии. На высоте 4000 метров аргентинцам как-то вообще не игралось. Это уникальный стадион в столице Боливии Ла-Пасе. С непривычки здесь не то, что играть в футбол, дышать тяжело. Месси почувствовал недомогание в перерыве встречи. Второй тайм начался с опозданием. Пережив горную болезнь, сборная Аргентины выцарапала ничью 1-1 и продолжает возглавлять отборочную группу.